Если дети здесь таковы, каковы же взрослые? Однажды Хаджа Насреддин пришел в скутере. На окраине города он увидел играющих детей. Когда Хаджа приблизился к ним, они обступили его и спрашивают: «Куда идете, господин?» «В город», — ответил Хаджа Насреддин. «Не подскажете ли вы мне, дети, что можно у вас здесь купить такого, чтобы и денег много не потратить, и сытым быть?» А дети в ответ: «Иди, господин, на бойню, купи там бычьих кишок. Содержимое съешь, а кишки потом хорошенько промой и продай на базаре, тогда и сыт будешь, и с прибылью». Услышал Насреддин такие детские речи и думает про себя: «Пожалуй, в скутере мне ничего не светит. Если дети здесь таковы, то каковы же взрослые? Лучше держаться отсюда подальше», и пошел своей дорогой.